Вот я говорю, мерзкие сцены все. Не потому, что они там гнусно сняты или что-то еще, а потому, что они тупо бессмысленные. Ну, я тоже повторюсь. Типа, есть полезные, так сказать, навыки. Например, ходить по столовым и доедать объедки из тарелок. Ну, чтобы ты дохера себе не думал, блин. Это полезно, да, в молодости. Ну, снимают у тебя всякие там эти блоки, комплексы, потому что способен на все и готов ко всему. Это да. Мыть трупов, я, конечно, не знаю. Это было бы умно, если бы это была в самом деле благородная девочка, только что из столицы выдернутая. А она этих трупов повидала и даже некоторых сама сделала. Где? Организовала им. Да. Тут-то что? Ну, что она от этого узнает? Ну, как унижение какое-то. Для того, чтобы тебя унижать, тебя перед кем-то унижать надо. То есть, должны быть окружающие, где это взаимодействие психики, а ты одна с какой-то жабой, ее там трешь тряпкой трупы и что? Ну, одного потрогала. Сначала неприятно. Потом все равно. Федор! Федор холодный, его даже трогать неприятно. А тут, значит, опять